Всем привет, дорогие друзья! С вами Рогатая Жаба и сетевая по Стелларису, в которой я отведу себе скромную роль наблюдателя. Нас собралось 12, по-моему, игроков. Точное число можно увидеть в TeamSpeak, но вы его, естественно, не видите. Ну какой гад снял паузу? Оно автоматически снимается. Через некоторое время. Смотри, да. Пауза снялась у меня. Знакомые уже ребята. Ну, для вас. По голосу. И так как я сам играть в Stellaris еще не очень хорошо умею, для меня это хорошая возможность научиться. Мы будем слушать, мы будем смотреть в оба глаза и мы будем наблюдать. Сначала нам придется узнать, кто где находится на этой спиральной галактике на 800 звезд, где в районе 35 вообще держится империя. Больше всего контроля, надо же всех поработить. И так далее. Кто где находится? Сразу же скажу. Оставьте хоть долю сюрприза. Хорошо, что у меня индивидуалисты. А как будет ваша галактика называться? Или каждая раса индивидуальное название своей материнской галактики придумает? Ну, у каждой свое название. То есть, кто не появляется, у него то, которое он задал для своей расы. Я знаю, кто захочет поработить весь мир, всю галактику. Тот, кто назовет ее своей империей. А у нас планету нельзя переименовывать? Планета ни от кого не можно переименовывать. Планеты тоже можно переименовывать, если они находятся в сфере твоего влияния. Разве? Да, можно. Нажми. Единственное, что я хочу сказать, что так как в TeamSpeak ребята в основном подписали название своих империй, то со старта сразу видно, да, ну, спиральная галактика, всякое такое. Вверх галактики, давайте определимся, вверх и низ, некий такой запад и восток. В самом верху расположилась такая маленькая паутинообразная империя, священная империя Хаас. Это у нас Космонема Ляндия. Далее, у нас что еще есть? Давайте попробуем найти всех игроков. Ну, это явно... Какие-то искусственные интеллекты. Давайте я не буду развивать флот, вы меня не будете убивать. Империя няшных лисичек-пацифистов. Лисички-пацифисты, это у нас игрок с ником Картошка. Пацифисты-ксенофоб? Ола-лошеньки, ла-ла-ла. Совет космодесанта Чили. Совет космодесанта Чили. Все, теперь я понял, что такое КЧ. Ну что ж, КЧ, повезло тебе, однако. Я так понимаю, жабы видны ресурсы, что ли, всех планет? Да. Но это надо выставлять специальную настроечку, чтобы это видеть. А у меня какие ресурсы, не подскажете? Тыкай жабу палкой. Давай ему говорить. Палка, ты хижа. Палка, которая там с собой находится. Спойлеры. В смысле, не давать рассказывать, какие ресурсы рядом с вами? Да я ж все равно не разбираюсь. Там... Ну вот эти кристаллики, огонечки, там молники всякие такие. Книжечки, там плиточки. Материал. Минерал он называется. Молния такая, это главный энергетический. А что это такое большое в центре галактики такое? Это что за ресурс такой? Большое, желтое, огромное. Сразу уходи. Что такое желтый ресурс? Блин, ну империя Хаас меня просто завораживает. Очень интересная империя. Особенно если сравнить ее биографию, в смысле сведения об империи. Ну, биография в империи. Интересно просто. Чем тебе Хас не понравились? Понравились. Я пока не отстаю. А кстати, кто у нас из игроков еще синий, помимо меня? Кого ненавидеть? Я синий. Сволочь. Вот такая вот империя Хас. И Космо начинает делать свои верные шаги. Первые. Жапа, ты можешь намекнуть, в каком месте Хас тебя так это радует? Ну, он находится в любимой точке галактики. В жопе мира? Не, не совсем. Не, просто если я скажу, что это за точка, это будет спойлер, я не могу. Поверьте, меня
поднывает, прямо аж сказать, кто рядом с кем, но я знаю, что это интрига, поэтому... Но ты можешь уже утаскивать коварно это в отдельную комнату, поскольку тебе играть не надо, и задавать каверзные вопросы. Я думаю, можешь этим пользоваться. Я можешь меня на время утащить? Я сразу подкараулю где-нибудь в темном... Да, могу, но только не в этом, не в этой записи, потому что я не поставил этого самого. Ну, у меня винда переустанавливалась, я не глава. Вообще нету? Не может такого быть. Ну, пока ты максимум нет. Мог только 3 планеты исследовать. Ну, я уже исследовал 4. Сейчас звезду исследую. Почему я кликаю на систему, я не могу в нее зайти? О, джекпот, жаб, джекпот. СПО 742, это о, прелесть. О, у меня в солнце просто. Сразу... Круто, мне нравится. Саню вижу с его же дорептилоидами. А, поставьте на паузу. Интересное место. Какого класса у кого звезда? У меня К. Блин, да. Ну... Что вам сказать, тортик, ты, конечно, красава. Почему я кликаю на систему, здесь я не могу в нее зайти? Ты попал просто вот идеально. Именно попал? К жидам и рептилоидам? У меня какой-то баг, я кликаю просто на систему, я не могу в нее зайти, чтобы исследовать. Знаете, когда Витя говорит, что кто-то попал идеально, значит он попал так, что ему будет весело. Поэтому... Попал так, что не выберется. А вот посмотри, я вот не могу сказать, к сожалению, кстати, связан. Это у тебя подлагивает или у меня? Сет. Сет, так, ты тут? Кто у нас еще? Ой-ой-ой. Сет. Несвободная империя. Не видно ее пока что. Па-па-ра-пам. Пам. А, он в другой комнате. Пам. Несвободный легион. Вот это, наверное, у нас Yellow Rabbit. А дальше. Что у вас случилось? Сет, это Ноксум. Я уже воюю. С кем? Нарвался на этих, как его. На кристаллинов. Мне не высвечивает. А, ну ладно. Кого-кого? А ну паузу поставьте, что не высвечивает? Я кликаю на систему, я не могу в нее зайти, чтобы исследовать. Чужую систему? Да, в границах моей империи. А ну, ребят, у кого какие мысли по этому поводу? А, все вроде от угола. А, хорошо, все. Все нормально. А он предостерегает меня. Немо, скажите, пожалуйста, в каком вы рукаве? Я не смотрел на это дело. А я нарвался на... Крайпер, у тебя Дарусалам, да, империя называется? Или ты как-то по-другому назвал? Кого? Империю свою. Конечно, нет. Я, конечно, это... Поклонник брунесских мэппейхов. Можно паузу снять? Меня сейчас вынесут, и мы продолжим дальше. А кого у нас? Ученого? Нет, у меня флот перехватили. Ученый бы убежал, а флот не убежит. У нас один флот парень воюет. Отстает очень сильно. Стегенот. Это я, походу. Я сейчас это интернет-трибут, но можете мне подождать? Ну, паузу надо хорошо поставить. Хорошо. Это у нас Серенал. Я извиняюсь, он такой убивает, я не знаю почему. Синдикат вижу. Вот с этого самого не нашел Крайпера пока. Я уже какую-то эту цивилизацию нашел. Виктор, Мелизийский архипелаг. Ну, я так и понял, но меня смутило то, что он Мелизийский, а не Малазийский. Да потому что игра слов, игра букв. Ну вот это вот и сложно. Сложно, все. Понял. В общем, что ж. Тебе тоже повезло в определенном смысле этого слова. У меня 3 науки сразу. Ну и, блин, вам везет. У меня пока что ничего нет интересного. И я потерял свой флот. Наука это значок атома, что ли? Че, тоже нарвался на агрессивных ребят. Здесь 3 вида наук, исследований. И очень много дронов. Биологические, социальные, социологические, физические, теоретическо-физические и нервные. А вот, я тут собственно цивилизацию нашел какую-то. Ну, по-моему, он вылетел. Кто? Господин хороший, на букву S забыл. Ну, мы подождем, хочет... он вроде сейчас ребутает. Обалденно. Так, 3 науки это хорошо, да? Я вернулся. Надеюсь, мне не придется перезагружать. У меня сразу на планете присутствует. Мне кажется, 2. Придется, мы тебя в списке не видим. Я еще не зашел. Давайте сравним с другими. Ух ты,
А я думаю, Тортику тоже шикарно со своей системой повезло. Или Тортик думает по-другому? У меня очень интересная система. Смысл, количеством планет или что? Ну, с ресурсами. Нормально. Легко покатить. Если включать ролплей, то у меня на одной из спутников планет-гигантов примерно раз в один оборот вокруг своей родной планеты случается метеоритный дождь. У нее граница очень рядом с поясом астероидов. Если было возможно, я бы открыл там целый курорт. Ага, по умерщвлению туристов, да? Ага, именно. Хороший план. Новая Колыма. Для рабов. И заманивал бы их няшными зверьками. Ага. Ой, все. Котятками. Ой-ой-ой-ой-ой, как же у вас тут тесновато будет, я вам хочу сказать, дорогие последние разговаривающие. Почему-то мне кажется, что это было про меня. Паузу можно снимать? Это касается всех, кто говорит сейчас. Ой. Жаба намекает, что мы очень близки друг к другу, наверное. Ну там другие империи, Ишки, наверное, еще есть. Если бы. Свет, кстати, это у тебя или у меня лагает? В смысле? Ну, не, ты немного тормозишь. Я? Да. Крайпер? Не, Джонсон Уайт тормозит. Крайпер сейчас тоже немного пролагает. Да. Примерно на 2-3 дня вы отстаете. Так, ну давайте по очереди зайдем к каждому. Из хорошего интересное. Успел отступить, из плохого потерял корабль. Один из трех стартовых. А у меня уже Крайпер отстает. Давайте пока что... Ну, судя по... Макар, Израиль. Вы сейчас на единой дате сидите. Нокс. Надо разбираться с своим компьютером все-таки. Да. Блин, у меня половина системы пустая. Это такие эти самые эльены агрессивные, что прям исследовал и напали? Да. Кого? Нифига себе. А вон у меня система Немо, есть. Так. Ага. Да я просто в систему вышел, а не напали. Да у меня они такая прям же на история. Границе были. А туман уменьшает скорость передвижения не в самой системе? Черт ее знает. Угу. Там межзвездная и... написано. И межзвездный тоже. А, не, в межзвездный перелет только на 30%. У меня система-то своя родная, почти пустая, за исключением науки чуть-чуть. Игра нас троллит. Только-только исследовал. Ну, у меня терпимая стартовая система. А вот соседи агрессивные. А ну иди сюда. Ну и сразу амебы всякие полезны. Ух ты, у меня уже что-то есть. Ура, живем. А Альфа это кто? Альфа Алиенс? Кто-нибудь да есть. Да, да, у вот Сытовски хорошая найти. Планетка, точнее, вот центральная найти. Система. Кто? Ты на Фераме живешь? О, я нашел империю какую-то, круто. Мочите его, насмехайтесь над ним. А, это Бета, сейчас посмотрим, кто это. Я вот пингвина найти никак не могу, если это истинное название. Но это точно не Немо, потому что у него споришь. Блин, у меня вообще халява, у меня вокруг моей... Жаба лисичек нашел. Вокруг моей системы... Нет. Нету... А, видел. У Немо не подсолнух, у Немо грибы рабовладельца. Сет, попробуйте... Отстает? Джонсон Уайт отстает. Попробуйте вторую скорость поставить, ну просто... Вторую скорость? Быструю, что ли? Так, у нас... ясно. Поставьте нормально. Так, сейчас, пока не прогрузит.
Даже не я больше всех оставил. Где империя пингвина? А ну скажите мне. Точнее, как она. А, все, нашел. Все, не надо ничего говорить. Пингвин нашел. Как же вас тут тесно, ну? Но у вас будет большой конкурент. Бойтесь людей, приходящих с границ галактики. Не людей, точнее, а тварей. Кстати, а если кому интересно повезло, и он появился возле вашей империи? Вопрос. Очень повезло. Я думаю, Торну. Ох ты. Да нет, маловероятно. Какие-то ребята мощные летают, страшные. Страшные. Есть один человечек, которому так повезло. Я надеюсь, это не. Виктор, и вообще это. Молчать. Да, еще один человечек, которому так повезло. И кажется, это Крайпер. Стас, извини. Но рядом с тобой есть угасшая империя. Крайпер, мы. Не говорите, что они на Инаке. Ух ты, а кто это ко мне прилетел? Не говорю, но. Дельта, пришельцы. Кто-то к тебе прилетел. А кто ж к тебе прилетел? Как ты думаешь, Сет? Ну... Жаба-гадский спойлерщик. А один из человеков, это точно. Пока да. Что еще не знаю, кто. Я так понял, игра затормаживается еще когда кто-нибудь слышит, чтобы тот догнал, правильно? Да-да. Деренат, Крайпер и Джонсон Уайт у нас. Крайпер не отстает, остающий. Крайпер на последней дате. Но у меня вообще игра что-то остановилась. Прогружает. Всех останавливаются, потому что кто-то отстает. Ух ты. Еще. Давай сюда. Виктор, не надо ничего говорить, пожалуйста. Не, я спойлерить вам не буду, самое интересное. Вы сами скоро все узнаете. Не ты так же... уж вы и далеко друг от друга живете, чтобы не узнать. Витя, ты был прав, это просто какой-то клондайк. Я вообще такой впервые. Ну, это да, это удача. Но, кстати, не у тебя одного так. Так у многих. Ага, конечно. Но я... я вообще, у меня ничего нету. А, у меня 4 еще есть, кручу. Ну, круто. Ну, я бы не сказал, что у меня все отлично. Слишком много науки. Слишком мало ресурсов. Слишком много наука пустых планет. У меня вообще хуйня одна только для поселения. У меня наоборот. Так вот. Сейчас мы узнаем, кто это, что это за пришельцы. Наверняка бот, который меня разнесет. В общем, ничего нового. У меня слишком... Это если меня разнесут, дайте мне сесть за угасшую империю. А нельзя. Ты хочешь отомстить? Что-то у меня какая-то нищая система. Признавайтесь, кто живет на Инаке? В системе Инаке. Значит, бот. А, не, у меня не нищая система. А где система? В какой системе живет? Ничего. Ну, какая-то неизвестная. А, я знаю, кто ко мне прилетел. Это был Крайпер. Что, серьезно? Да. Я. А, ударный фос силы, надо было аж отправить убить тебя. О, еще одна империя. Ты сейчас строишь над солнцем что-нибудь, да? Я что ли? Кто-то строит что-то над солнцем. Не. А, это бетерианцы. Я даже знаю, где Крайпер может сидеть. Сет, давай дружить. Не убивайте милитариста бедного. Не, я не против дружить, если ты действительно дружишь. Нет, вы, по идее, не должны еще столкнуться друг с другом. Ну, я знаю примерно, откуда он прилетел. Жалко. Ой, я нашел бота. И... Хотя... Я тоже тут бота нашел. Да, он тут у тебя побывал. Так, вот так вот построим. Я типа военными корабликами следую. И бойтесь, у меня агрессивное поведение при первом контакте. Кем кетырить будешь, да? Буду наушники уничтожать.
А ты шалун. Да, явно Крайпер намерен мирно сосуществовать со всей остальной галактикой. Френдли, френдли. Давай. И это не оговорка. Пати на Крайпера. Я уже исследую создать федерацию. Меланезийский... Ноксум Хив. Это кто? А, ясно, понятно. Я. Это Сет. Да, да, это я. Теперь ты знаешь, где он находится. О, да, вижу. Слушай, а у него очень хорошее положение, между прочим. У переход... меня? Нет, у Крайпера. Очень интересное положение. Без шуток. Ты имеешь в виду переход между спиралями? Это вот да. Жаба все спалил. Ну да, это очень удобно. Я так-то не могу перейти, пока не исследую второго варп-двигателя. Мне это... вот странно, почему Тортик еще не нашел никого. Или нашел? А может он, но может он не искал. Я нашел чьи-то научные, чьи-то строители. Паша, это зачем они мне? Я тут тоже кораблик один потерял. Ну, у меня, в принципе, нормальная система. Электричества, правда, нет. Лампочки Лича нужны. Так, надо найти систему Бёрд. Ох ты ж, ё-моё. Так, здесь это, нашёл. Короче, на их поиск. Демо, тут мы на стене хотят наступать. А что вы думаете об этом? Нашёл меня. Они наблюдатель говорят, тебя увидел. Этого, какая выгода. И вижу, а что тебе говорит... повезло. Возможно. Сижу, никого не трогаю, подчиняю флот. Примус подчиняю. Крайпер, чего ты хочешь? Я хочу добра. Мы, Ноксум Хив. Ноксум Хайв. Дипломатическое окно высвечивается, что ли? Потому что он установает, отстает. Да, у него проблемы. Ну, терпимые проблемы. Ну, военный хунта, индивидуалист, ксенофил и милитарист. Ну я ж это люблю инопланетян. Давайте дружить. Океанический мир. Инопланетянки. На меня в это облако идет. У тебя пустынный мир. У тебя засушливый должен был быть. Нет. Нет, нет, там, там как раз. Там родной мир были скалы. Просто. Ну, а в пустыне что, не может быть скал? Ну, точно так же засушливым миром. Я больше склонен к тому, что у них все-таки пустынный мир. Ну, хорошо, что у тебя не пустынный, не засушливый носа. Ай, блин. Я тут просто разведку ВМ провожу. Это чревато, чреватости. Опаньки. Опаньки, я еще кого-то нашел. Походу между нами стоит бот. Ну да, Инари Конфедерейшн. А, конгломерат. Конгломерат. Я мир. Предлагаю совместно с вами атаковать эту державу. Чур, планета моя. Тоже мирные мне ребята подбрали. Так, агрессивный Крайпер. Подцепись ксенофилы. Нет, так ты же не можешь их колонизировать. Ну, я могу их захватить просто и все. А, ну так-то да. Это уже межующийся интерес. Интересно, а зародится ли в будущем на основе этого какой-то конфликт между Ноксум Хайв и Милизийским архипелагом? Я добрый. Ну ладно, смотри, Крайпер. Жаб, у меня все-таки улей. Опаньки. Чувак вылетел. Что-то у меня 16 планет и всего одна. Соединение с картошкой прервано. Ребят. Подождем чуть-чуть. А он вылетел. Ну это прелесть. Прелесть. Какая прелесть? Ай, извиняюсь. Картошкинская. Хорошая у него империя была. Нет. Стабильность давай, сетевого коннекта и длительность событий без проблем с подключением. Великая лисичка, центральная звезда, супер.
Мне точно не нравится похожа на лисичку. Твоя нация. Она придуманная, в принципе, нормально. Картошечка, ты где? Как его, кстати, кто на какой системе живет? У кого какие меры? Я вот вступил и взял континентальный. Континентальный? У вас же тундровый был. Был. Ну ладно, у меня я вступил. Это, сами знаете, к чему отсылка. У вас? Ого, ничего себе. У меня... Ничего себе, Немо, вот это ты даешь. Грибы-континентальщики. Вот, блин, да если... вот, я просто не проследил за этим моментом. Там стоял тундровый, но я что-то, видимо, неправильно поставил, когда копался дополнительно. Картошечка, походу, совсем из интернета вылетел. Но мы чё, мы его будем ждать или продолжим грубить него? Решайте. Пойдем копать картошку. Он его в стиме у меня нету. Ну, значит, продолжаем. Ну ладно. Зато у меня прирост физической науки хороший. У меня культисты заспавнились. Я это хорошее событие. Так рано. Событие хорошее на самом деле. Интересное. Да, и... особенно когда флота нет. Да, особенно когда они ломают. Почему? У них флот равный вашему появляется. Вы. Ну, один кораблик тогда строить сможете. Я не успел, они взорвали мой флот. Светка, событий интересно все-таки. Тут у каждого человека есть рядом кто-то еще один человек. Да ладно. Я думал, такого не бывает. Бывает. Это Сет на... Это не я, не надо тут, я не читер, я честный человек. Я честный жук. А, я сразу двух, сразу Империю нашел и Кристаллинов, я так понял. А, нет, Войдов. Короче, облачка нашел. Ну, Войды, они слоупочные и обычно селятся ближе к центру системы, поэтому не нападают. Точнее, ну, не успевают напасть. На наушники они в любом случае нападают. А ты просто не летай, не следуй эту систему. Да, я знаю. Не, ну вот когда у тебя на входе в систему перехватывают корабль или флот, это гораздо хуже. Чё говоришь, кто там у нас чё? В Хакиборе. Кто на Баскарате живет? Есть люди, нет? О, и на Винксрате. Не. Подождите, тут уже у бота одна колония есть. Что это за бред? А, это развитый бот. Негодяйство. Две планеты. Баскарат и Дранц. Ну, ой, я выше Луны, исследовать-то мои границы. У тебя океанический мир находится в твоих пределах. Я так понимаю, те, кто больше всех молчат, те лучше всех и начали старт. Да, около меня какой-то рептилоид летает с... Потому что верещат те, кого постукали. Меня не постукали. Мне нравится старт. Инари уже расширяется. Инари аванпост построил. Ой, сволочь. Давай его запилим. Сет. Еще планеты Крайпера. Да, желательно. Я больше всего занят. Он перекрыл нам проход, кстати. Если он закроет кому-нибудь из нас границы. Кстати, кто-нибудь червоточины взял? Пока я таких не видел. У меня, если что, гипер. У меня. Кто бедная... еще такой псих? Я. Родственная душа. Давай тянуться друг к другу. А я синий. Жуки и грибы, братья навек. Это тени. Не надо. Они не доверяйте теням. Нет, я пока что еще не тень. Тень — это нечто более высокое уровень бытия. А я уже первую технологию свою исследовал. Талантливые инженеры, но преуспевают в физике. Круто.
Ну, здорово вам, я ей 2.5 открыл. Да он, врунишка, не слушай его. На самом деле, Нем уже завоевывает галактику. Да нет, мне нет смысла врать, у меня все можно проверить. Такой еще парень не знаете, он уже один в руках захватил. Полностью. Баллистический. Ну и что я буду делать с этой развитой империей? Она же меня действительно запилит. Бояться. Дружить. Дары, Крайпер, готовь. Дары. Да нет. Да. Немецкие морпехи не такие. Инарик, не буду воевать до последнего. Он у нас кто? Спиритуалист, индивидуалист. Ух ты ж. Сейчас тортик откроет печальную истину. В смысле, что большой флот стоит? Тут ко мне плывет? Или я кого-то должен был там найти? Не, не, вот в этой системе, где ты сейчас, все в порядке, по-моему. Ну там 400 флот, 400 силы. Угу, вижу. Да, я зажат. Ты решил туда не так ходить, я тоже, да? Зажат. Причем еще как? Но я так понимаю, что там, скорее всего, вот здесь, вот чуть ниже, где-то кто-то из игроков. Кстати, не, не игрок, а те, кстати, Крайпер, кого обсуждают. Твоя идея на попил Инари – это очень хорошая идея. Между прочим, это вот действительно хорошая идея. В вторым зале кто-то живет. Почему? Ну, потому что он закрывает путь. Посмотри, он немного он расширится, он перекроет путь. У него границы открыты пока что. Пользуйся моментом. Так. Толку мне от этого. Я хочу не кусками свою империю, а единым большим пространством. И какой ну, сначала, сначала кусками, а потом пространство. А Таримзал в какую сторону от тебя, Дим? Вниз. Воин, империалист, регионы соседствуют со мной. Там и Ишка. Ну, я вот так и подумал. Палево, палево. Со мной вообще никого нет вроде. Не надо. Соболезнуйте брунейским морпехам. Я понимаю, что видеть все это хорошо, но... А что такое с брунейским? Вроде все в порядке. Нет, они вроде как дружат со мной. Круто, мне нравится. О, вот так вот. Первый альянс. Ты заключил с этими альянс сценарий? Нет, пакт о ненападении. Круто. Он и со мной заключил пакт о ненападении. Пацифист. Милитаристический пацифист. Как и говорил правду. Они еще мили... Они вообще. Так, стоп. Утократы. Пернаты. Не, вызываем Снейка, вызываем Снейка. Он должен помочь против утократов. Кто живет в Харибанской туманности? Это вообще где? Это на нижнем ощущении. Так, полетели. Так, эта планета там 15. Ну, на самом деле, насколько я понимаю, наблюдатель не так уж и много информации может выудить. Ну, вообще, столько же, сколько в Европе. Ну, в Европе ты видишь внутрянку, а тут я не знаю, как переключаться между игроками, чтобы посмотреть, сколько ресурсов, добычи, технологий.
У меня мало ресурсов, у меня мало добычи, у меня мало технологий. Вот вам весь ответ. Мне кажется, ты в чем-то лукавишь. Потому что там кто-то что-то уже исследовал, а это не может быть быстро. По крайней мере, я все еще волочусь, например, на средине изучения. У меня 11 физнауки. Кто в курсе, как наблюдатели переключаться между фракциями? Ну, я бы сказал, это хорошее значение. Но это ненадолго, на самом деле. Еще какие-то пришельцы. Я бы завидовал своему значению плюс 7, но сейчас оно что-то меня не устраивает. Признавайте, потому что Крайпер смог больше. Что-то... Кто живет в Страктпаре от Охтри? Кто живет в Страктпаре? Чего? Вряд ли там живет человек. Или кто-то и тихий, скрытый. Да, название такое, что, блин, шею сломишь. А в Джусе? Есть шуи. О, я нашел плантацию чили, привет. Плантацию кого? Плантация чили. Так, сколько мне дней? Мне кажется, это Крайпер. Что? Где? Еще 2 месяца. Жаб, я восстановлю свой флот. А сколько ты кораблей потерял? Я вначале потерял 3. Так, Бионический мир, блин. Все в стороне от моей системы. У меня есть океанический мир. Но я его тебе не дам. Кстати, он насколько? Пожалуйста. А, не он маленький. Всего 14 клеток. Ну... Пожалуйста. А сколько моя планета главная? Моя планета 16. Ну да, небольшая. Так у всех же 16. Зато я кучу дронов нахожу. Старых. О, да. Уже, наверное, 6-й. Все-таки разведка боем. О, это хорошая штука. Блин, угасшая империя. Да, Бёрду немножко не повезло. Джазиджан Континуум, да? Ты его открыл? Ух ты. Да. Я, пожалуй, изменю свое мнение. Все-таки сектор у меня не нищий. Но что-то может. И это хорошо. В принципе, о, я даже нашел своих лисичек. На повышение скорости. Повысить скорость? Я давайте буду болеть за вот этих вот. За рогатый. Ну, если кому-то надо, то оставляем. Какой-то крипер будет, скорее всего, раз. Крайпер. Ну, я могу. Что? Но мы уже на высокой, если вы не заметили. Крайпер сейчас. Только док мы начали. Так-то. Что, Торн? Что ты говоришь? Ну, ты отстаешь до сих пор. Больше всех. Ну, да, он отстает. А, не, слушайте, они, походу, для меня границы закрыли. Я не могу через них пролететь. Мне грустно. Кого-то любят, а кого-то и нет. Ну, так нечестно. Но я вижу, что Джонс и Байт отстает. А, нету отстоит. Крайпер, проблема с микрофоном. Шумы, точнее, дыхание слишком сильно наваливается в определенный момент. 1, 2, 3. Не, все нормально, примерно на том же расстоянии микрофон, только вне зоны действия дыхания. Не дыши и не думай. В идеале, да. Наркоманы.
Ох ты ж. Что там случилось? Крайпер вылетел. Ждем. Что за эпидемия? Можете минус два. Хорошо, давай. Давай. Я пока поищу, как тут наблюдателю узнать больше. Но я сохранился, если чё. Плантация Чили. Чудная империя на краю галактики. Что ж ты можешь, плантация Чили? А ну, расскажи мне свои секреты. Кое-что вижу. Изучает планету в очереди 6. Жаб, недалеко до ближайшего игрока? А как твоя империя называется? Синдикат. Синдикат. Ты находишься прямо рядом с моей империей, с которой я стартовал. А я думал за ней болеть. Не, ну так он не знает, что это за империя. Вообще не подсказывай. Так, природа больше не вызывает меня. Но в каком-то смысле тебе повезло. Быстрый и легкий след тоже везение в понимании жабы. Да. Либо тебе повезло в хорошем смысле, либо в плохом. Но судя по ресурсам, что-то как-то не густо. Я прав? Ага. Тут, короче, Никита Акулинкин пишет, что не может. У него свобода проблема. На интернете. Угу. Ну, он придет, там искусственный интеллект за него поработает. Ох, как-то поработал, там искусственный интеллект за меня. И потом я слышу. Ну как же. Может, кто-то из зрителей знает, подскажите, пожалуйста. Потому что вот это вот я все продумал, а это не продумал. Пауза, карта галактики, режим дипломатии. Перейти, быстро переместить камеру, это такое. Подробный режим камеры, карты точнее. Так что нам будем ждать и продолжим? Сейчас зайду. Так и надо что-то делать с перегревом. Так, крайпер у нас тут? Да. Да. Что случилось у тебя? Ну, перегрелся я. Присоединяться будешь? Да. Отпекся, как пирожок. Или да. Ты слишком горячий? Кто-то там такой есть, империи как-то... союз заключить, я думаю, можно и перегреться. Там... Бойтесь морпехов. Я понял, почему он... Я понял, почему он вылетел. Вы посмотрите на его жгучую русоволосую правительницу, а? Рыжеволосую? У тебя что-то сказали? Нет, русоволосую я сказал. Я чуть Европу не расстались, зашел. Со страху-то. Перегрелся. Где посмотреть на правительницу? Где это видно? А просто я кликнул на значке его империи. Когда на глобальной карте там около его планеты такой... Шестиугольник. Около системы даже. Да-да-да. Вот просто... видите, так, наблюдатель не может этого буквально видеть. Буквально отойду. Не включайте там ничего без меня. Мы крайпера ждем. Сейчас я захожу. Блин, такие подробности недоступны наблюдателю. Да что ж такое? Я пойду за лимонадиком.
Как-то, блин, можно это делать. В Европе это было на Ctrl, а здесь... А чё все молчат? В ожидании. Ноутбуки — это зло. Особенно перегревающиеся ноутбуки. У меня ноутбук, но он не перегревается, потому что его чищу. И он тоже чищу свой. Да, но он у меня без подставки и висит в воздухе, что считай. Так, тут ничего пока не изменилось. Нет. Я все так же слово почву. Ну я. Так, сейчас подойду. Я думаю, я частично исправлю проблемы к следующей партии. Так, сейчас попробую найти. Крайпер, ты где? Я иду. Грузится, он грузится, наверное. Немо, ты вернулся, да? Да. Или еще дело делаешь? Я тут. Так. Я мороженое. Самое невеселое будет заспавниться прямо на самом краю рукава. Сам справа, видите, там звездочка, короче, очень далеко. Вот там, без гиперкоридоров, вартушков. Ну, что не достает. Чувак, а прикинь, заспаунишься в таком месте, а с юга тебя перекроет какая-нибудь падшая империя. Ну, мне. Падшая империя не расширяется. Ну, тем не менее. Да, если они ксенофобы. Ксенофобы, то они бьют. Я сталкивался с падшей империей, которая без объявления войны воюет. Ну и жене, ты попадаешь на их территорию, они сразу тебе войну объявляют. Идут тебя убивать. Кто-нибудь кроме меня находил такую систему? Там, короче, типа они говорят, не приближайтесь ни при каких обстоятельствах. И вокруг звезды такое кольцо, где-то на 10 плюс тысяч мощи. Нет. Серьезно?